Если вы считаете, что у вас самая плохая работа и начальник вам мало платит, то наша подборка заставит вас резко изменить свое мнение, вам будут представлены самые ужасные профессии. Исследователь москитов. Ученые, которые борются с малярией, должны изучать привычки комара, распространяющего эту страшную болезнь. Для изучения этих насекомых бразильские ученые предлагают себя в качестве приманки. На что не пойдешь ради науки и спасения человечества? Инспектор по навозу. Инспектор по навозу должен каждый день собирать навоз, чтобы изучать образцы, в частности, искать колонии бактерий и примеси крови в стуле. Эти люди хорошо подготовлены, но их старания оплачиваются недостойно. Это грязная и вонючая работа, но кто-то же должен ее выполнять. Добыча соли в Эфиопии. В Донакильской котловине в Эфиопии проживает народ Афар, известный о своей способности выносить экстремально жаркую и сухую погоду. Одно из его традиционных занятий – это добыча соли. Температура в пустыне временами достигает 50 градусов. Это место считается одним из самых жарких на Земле. Уборщики после убийств. Этим уборщикам приходится очищать кровь от стен, полов, постели, иногда убирать трупы. Самая трудная часть работы – это запах. Даже респиратор не помогает, ведь тела умерших иногда находят не сразу. В некоторых случаях тела лежат несколько месяцев, они привлекают насекомых и грызунов. Обычно на уборку помещения уходит пара дней, но встречаются дома барахольщиков, когда времени нужно гораздо больше. Добыча алмазов Сьерра-Леоне. Добыча алмазов Сьерра-Леоне – это грязный бизнес. Согласно оценкам, общая стоимость добываемых сейчас алмазов в стране составляет около 300 миллионов евро. Однако очень малая часть этих денег остается у старателей. Район Кона, где насчитывается около 200 тысяч рабочих, является одним из беднейших районов страны. Все деньги о добыче алмазов остаются в карманах мафиозных групп. Эксперты по запаху. Эксперты по запаху работают на компании, производящей дезодоранты и антиперспиранты. Задача такого специалиста – нанести экспериментальный продукт на подмышки тестовой группы, а затем нюхать их, отмечая, как изменится запах в течение дня. Детский труд на кирпичном заводе в Афганистане. Кирпичные заводы в Кабуле – один из немногих источников постоянного дохода. На производстве кирпича, который изготавливают вручную по старой технологии, афганцы могут работать почти целый год. К сожалению, на таких производствах часто эксплуатируют детей, которые работают с утра до вечера. В месяц такой рабочий получает около 200 долларов. Чистильщик канализации в Индии. Индийским канализационным работникам точно не позавидуешь. Их рабочий день длится 12 часов, и все это время приходится сидеть в люке, заполненной отходами. Рабочие используют металлические скребки, мотыги или свои голые руки для извлечения ила с дна канализации. Все поднятое с люка нечистоты сбрасывается посередине узкой дороги. Чистильщики не имеют защитной одежды и часто работают просто в одних трусах. Это адский труд, и они получают за него всего 5 долларов в день. Добыча серы в Индонезии, вулкан Кавааджин. Вулкан Кавааджин расположен на острове Ява, его высота составляет 2600 метров. В жерле вулкана расположено яблочно-изумрудного цвета озеро, которое состоит из серны и соляных кислот. Рабочие – это местные жители, которые без каких-либо защитных костюмов и противогазов, а вдыхать пары серы – это опасно для жизни, добывают куски серы день и ночь, используя при этом лишь свои ничем не защищенные руки и платок, повязанный на лице для защиты рта и носа. Дневная выручка составляет менее чем 5 долларов на одного человека в сутки. Бальзамировщик. Бальзамирование – это метод предотвращения гниения трупов или отдельных органов, применяемый для сохранения тел людей после их смерти. Бальзамировщик очищает тело, сливает жидкости и вынимает внутренние органы. Также используются различные вещества, химические, для предотвращения или замедления разложения тканей. Эта работа не только неприятна тем, что бальзамировщик ежедневно видит мертвые тела людей, но и опасна для жизни различными инфекциями.